Итак, всем здрасте, это продолжение прохождения игры XCOM Enemy Within, враг внутри. И чё, ещё мы продолжаем. Школа офицеров готова к работе. Ну вот это отличненько. Нужны деньги. Должно хватить. Отличненько. Командир, наша разведка сообщает, что неизвестная до сих пор организация пытается сорвать полевые операции XCOM. Похоже, эта организация испытывает некоторые, скажем так, симпатии к пришельцам и пытается адаптировать вражескую технологию и артефакты для своих нужд. Судя по предварительным данным, эта организация называет себя «Экзальт». Мы надеемся, что вы сможете выявить источник новой угрозы и уничтожить его. Командир, совет предоставил дополнительные ресурсы для того, чтобы справиться с предателями. Оперативный штаб может начать поиск дополнительных ячеек «Экзальт» и приступить к секретным операциям по пресечению их деятельности. Экзальт. Новая международная угроза. Бойцы этой организации будут выполнять операции, направленные против XCOM, до тех пор, пока вы не найдете их базу и не уничтожите ее. Экзальт разбит на группы, иначе называемые ячейками. Чтобы нейтрализовать отдельные ячейки, нужно проводить секретную операцию. Уничтожая ячейки, вы будете получить разведданные, необходимые для нахождения базы Экзальт. Ячейки Экзальт не всегда видны. Чтобы найти их, нужно заказать сканирование данных. Скрытые ячейки могут наносить вред всему проекту XCOM или странам, в которых они действуют. Секретная операция. Здесь нужно выбрать бойца. Для секретной операции бойец проникнет в выбранную ячейку Экзальт и добудет его. Там разведан для поиска базы Экзальт. Через несколько дней его можно будет эвакуировать, проведя особое тактическое задание. Секретный агент могут носить только пистолет, им будет особенно полезно улучшение для пистолетов и разработки их литейной цехи. У секретных агентов есть мощная способность взлома связи Экзальт. За последнее время мы несколько раз принимали странные сообщения. Какой-то псих с позывным «Командир Стрейкер» вещает в эфире о тайных агентах. Ненадолго нейтрализовав все оружие бойцов Экзальт. Тяжелая пехота и бойцов МЭК в секретной... Так, я понял вас. Литейный цех. Вы впервые в литейном цехе? Место не самое романтическое, но именно здесь мы доводим до совершенства многие наши проекты. Блин, ну ладно. Я передам все в литейный цех. Фергус Стюарт.
Этого не жалко, этого не жалко, это вообще не жалко. Ну вот это вот что. Майк Хадсон. Вперед. Оснащение. Блин. Не выйдет. Это оборудование при... О, господи. Майк, вперед. Секретный агент направлен для уничтожения группы Exalt в Канаде. Я понял вас. Так, а как сканирование заказать? Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже отправил новичков в лабораторию. Я рад за тебя, бать. Это что? Понятненько. На глобусе отмечены точки, где произошли похищения. У меня есть точные координаты. Бразилия. Австралия. Погодь, погодь. Модули спутниковой связи работают на предельной мощности. Требуется дополнительный модуль. Австралия нужна, Бразилия так уйдет от нас. Или может надо наоборот в Бразилию? Ну тут туда остальные тоже пострадают, так ведь? Нет выбора. Ну блин, он мне нафиг не нужен. Может рискнуть сюда слетать? Может быть, Аргентину отглючит. Сохранимся что? И посмотрим, что будет. Сан-Паулу. Так. Яковицкий остается. Снайпер. Тяжелая пехота. Штурмовик. И два новичка. И хохол. Да. А, еще поддержка ведь нужна. Еще она есть? У меня ее нет. Так что... Уэх. Садимся. Бразильские власти просят о помощи. Значит, цель Бразилия. Стало известно, что участились попытки похищения. Центр. Рейнджер подходит к точке назначения. Штурм-1 просит разрешения на высадку. Это мы тоже сохраним. Вас понял, Рейнджер. Штурм-1, начинайте атаку противника. Не подставляйтесь. Есть. Есть. Так.
Горы чё? Выдвигаюсь на позицию. Выхожу на точку. Бегу. Да, сэр. Один мед нашли. Это хорошо. Да, командир. Не повезло. Хотя не такой уж сложный противник. Я в пути. Так, они еще не здесь. Никто не увидел. А снайпер видит? И снайпер не видит. Выхожу. Координаты получены. Этот вне игры. Угу. Координаты получены. Вас понял. Слушаюсь. Есть, выдвигаюсь.
Зоркий глаз готов к работе. Ну, блин. Черт, враг еще дергается. Ты даешь. Хотят с фланга ударить. Хорош. Эх, не дотягиваюсь. Готов. Больше не дернется. Цель выбрана. Давай, Яковицкий. Вот сейчас настал. Или нет? Или нет? Погодь. Большой брат следит за тобой. Ну, норм. Главное, попади. С удовольствием. Враг обнаружен. Двигаюсь на позицию. Шоу. То, что надо. Это плохо. Приступаю. Ясно. Хм.
Ясно. Выполняю. Двигаюсь на позицию. Так, это хорошо. Я что-то там слышал. Там и оставайся. Уже иду. Гоу. Попади. Эх. А, молоко. Они дрогнули. Выдвигаюсь. Неплохо. Ну ладно, попробуй. Да, цель не поражена. Не удивлен. Уже иду. Уже иду. Достреливаешь. Давай. Прощай. Кому-то будет больно. Оу, вижу противника. Давай. Я верю в себя. Ну, хорош. Но они настолько жирные, жирные, что на них нужно два выстрела. Да. Выхожу. Далековато. Пока что. Так, тебе бежать надо по-любому. И чем дальше, тем лучше. Больно далеко не сможешь. Бегом. Ты одно видишь, один тебя видит. В два счета. Стреляет. Я потерял единственного штурмовика. Game Channel. Game Channel, прости. Прости меня. Двигаюсь на позицию. Время убивать. Уже иду. Да, мутоны жесткие парни, конечно. Промахнулся. Неудивительно. Попытка номер два. Черт, враг еще дергается. Номер три. Жесть. Зов крови.
я в порядке. Нет, хорошо. Запускаю ракету. Достаю ли я второй? Ой, не то. До одного достаю. Не будем спешить. О, жесть. Выполняю. А, сможешь, нет? Нет, не сможешь. Корректирую огонь. Делать нечего. Запускаю ракету. Ну нифига себе ты. Дерзкий парень. И это все? Лох. Ох, ой, блин, машина сейчас взорвется. Экран-то горит, оказывается. Сто процентов, конечно. Снял его. Двигаюсь на позицию. Понял. Я пошел. Вас понял. Давай, украинец. Карты тебе в руку. А, блин, а гранат кидать. Надо было гранату кидать. 53. 45. Бросаю! Докидываешь что? Ну то ты стреляй. Ну не без потерь. О, нифига себе. Я думал, еще что-то будет. Лейтенант Тяж. Ой, много тяжей у меня больно. До связи, командир. Че у нас там по панике? Ну уж. Все плохо. Я понял. Сегодня утром прибыли новые инженеры.
Должен сказать, мы от помощи не откажемся. Да я рад за вас, как никогда. Получили шифрованное сообщение от совета. Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. А я не уверен. Не тяже. Сойдет. Ничего же, Йоко у меня. Готовимся к высадке. Летим в Китай, там сейчас неспокойно. Пришельцев направляется к городу. Используя устройство Джана, доктор Шэнь создал мощные транспондеры. Они смогут вывести из строя навигационный компьютер пришельцев. Но единственный способ быстро доставить эти устройства на место — воспользоваться пассажирской железной дорогой, которая проходит через весь город. Пора пробежаться. Я мигом. Да, сэр. Задача ясна. Выдвигаюсь на позицию. Угу. Не заметили. Это хорошо. Транспондеры на этом поезде. Ничего лучше у нас нет. Каждый транспондер нужно установить в указанном месте, чтобы обеспечить устойчивый сигнал. Двигаюсь к точке.
Покажу. Скоро буду. Слушаюсь. Че, тебе хочешь сказать, не видишь их? Окей. В два счета. А вот и они. Один попался. Отлично. Этот транспондер на месте. Если установить все транспондеры, они смогут передать сигнал, который прервет работу навигационных систем пришельцев. Если все пойдет по плану, дредноут врага собьется с курса, и мы получим прекрасную возможность для атаки. Ой, как плохо все. Очень плохо. Выхожу. Очень-очень плохо. Так, ладно. С удовольствием. Выбора нет? Мы засекли скопление кораблей противника. Похоже, их выпустили с дредноута. Готовьтесь к бою. Минус один. Мы потеряли бойца. Минус два. Фу. Иду на позицию. Лови! Двигаюсь на позицию. Ну попади, а. Черт! Дредноут пришельцев идет прямо к городу. Поторопитесь. Черт! Повезло. Да. Хоть кому-то везет.
Уже иду. Да блин. Ну ладно, выбора нет. Ура! Спешу. Так, а сколько их вообще надо устроить? Так, держать, штурм один. Осталось подключить два транспондера. Один, два. Все норм. Ноц. Прости меня. Есть, выполняю. Еще чуть-чуть. Осталось подключить последний транспондер. За дело. А вот что и они. Это за дрянь? Та самая. Противники приближаются к нашей группе. Время на исходе. Вражеский дредноут приближается к городу. Скорее. Подвел ты меня. Ты же и получил. О как. Слишком много вас, чуваки. О, слишком много. Еще раз рискую. Что делать? Да. Противник открыл огонь. Я в порядке. Больше нет.
Лечу туда. Надо убегать всеми. Еще немного, и корабль чужих сможет открыть огонь. Нас обстреливают. Черт, попали! Шевелись. Вижу противника. Да, вряд ли. Вряд ли Яки опять всех спасет. Должен отправляться. Немедленно. Или наоборот, наверняка. Черт, попали! Походу, вряд ли. Нас обстреливают. И опять Яковицкий сделал правильное решение. Жесть. Я вообще сохранялся, интересно. Ужасно. Мы попытаемся улучшить снаряжение, чтобы... Угу. Нифига я не улучшил, да? Блин, надо сохраняться перед каждой миссией. Жестковато. Убежать надо. О, смотри-ка, прокатило. Нам сообщают, что в районе замечен противник. Похоже, к вам уже движутся лунатики. Пронесло. Не пронесло. Еще один. А я понял. Глюк. Порядке.
Нас обстреливают! Да уж, да уж. Я уже там. Вижу цель. Беда. Лечу туда. Патроны. Поезд должен отправляться немедленно. Держись, Салага. И мы тебя не забудем. Най-най-най. А вот тут не позавидуешь прям. Один хп. Отлично. Все транспондеры включены. Теперь вам остается отправить поезд к месту назначения. У нас новая задача. Сука. Очень хорошо. Все транспондеры установлены, поезд может трогаться. Когда он окажется под дредноутом пришельцев, их ждет неприятный сюрприз. Это очень дорого стоило мне. Очень дорого. Майор. Не забывайте, мы видим все. Пришельцы нападают все чаще, и мы несем тяжелые потери. Надо уже сейчас набирать новых бойцов. В казармах наверняка есть подходящие люди. Наверняка. Два. Два штука. Рекрут. Три. Кибернетика. Лаборатория кибернетики на связи. Солдаты, которые добровольно согласились стать бойцами МЭК, жертвуют многим. Но и получают они тоже многое. Бойцы МЭК для наиболее эффективных действий в киберкостюмах пройдут обучение по специальной методике с учетом их прошлого боевого опыта. Это средство позволит нам создать механизированный экзоскелет-костюм, он же МЭК, и оснастить наших бойцов особыми интерфейсами, которые помогут активировать нанокостюмы на поле боя. Я понимаю подозрительность, с которой командование относится к субстанции, именуемой составом. Однако мы добыли изрядное ее количество в ходе боевых действий. Преимущества от ее использования превышают потенциальные же риски. Инженерная команда могла бы использовать этот материал для создания новой системы оружия, которая придаст эффективности нашим войскам. Да понятно, понятно. Но бранс мне нужен. Спутниковый модуль готов. Я рад. Совет запрашивает прямую связь по защищенному каналу. С
сука. Кем захватить? Обнаружен объект. Идите нахер. Если игнорировать неопознанные объекты, можно потерять всю систему спутников. Да я понял. Прости, Василий, но ты признан негодным. Просто замечательно. Ну, черная вдова вернулась в строй. И Infinity Bone тоже в строю. Ну-ну-ну. Куча новичков. Вперед, чё? Обнаружена группа «Экзальт» на территории Канады. Похоже, нашему агенту нужна помощь в доставке разведданных. Да уж, сохраняемся. Бойцы «Экзальт» засекли нашего секретного агента, когда тот взломал вражеский транслятор и извлекал важные данные. Штурм 1. Обеспечьте агенту прикрытие, пока он декодирует данные с остальных трансляторов. Он должен выжить, иначе нам никак не получить эти разведданные. У нас новая задача. Крыша, крыша, крыша. Моему снайперу нужна крыша, которой нет. Ну, значит, сюда, что ли? Или сюда? Давай сюда. За дело! За дело! Да, сэр. Двигаюсь к указанным координатам. Выдвигаюсь. Принято. Слушаюсь. Направляюсь на точку.
Выдвигаюсь. Они еще не приперлись, то есть, да? Так получается. Выполняю. Есть, выполняю. Координаты получены. Ну же, шевелись! Подтверждение присутствия на территории агентов Экзальт. Судя по их виду, в Экзальт пытаются внедрить в свои войска генетический материал пришельцев. Пока мы ничего не знаем об их способностях, рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность. Уж мамку, а. Они решили налететь с фланга. Иду. Направляюсь на точку. Спасать надо чувака. Начинаю движение. За дело. Пора пробежаться. Уже иду. Блин. Поехали.
Выполняю. Стоит ли? Стоит. Лечу туда. Меня обходят! С фланга! А, черт, попали! Можешь, негодяи. Двигаюсь к точке. Угу. Я пошла. Приступаю. Конец лунатику. Давай, держись. Отступаю. Да уж. Да уж, да уж. Давай, выпади, и все будет кончено. А, блин, можно было даже не брать. Да, можно было даже критический урон не брать. Так, тут еще чувачки. Иду. Я пошла. Вас понял. Разберемся. Двигаюсь на позицию. Я обо всем позабочусь. Бегу. Бегом. Маловато.
Слушаюсь. Получай! Не готов. Вас понял. Командир, агент сейчас рядом с вражеским транслятором. Для получения данных нужно его включить. Отлично. Мы получили ценные данные. Похоже, система связи «Экзальт» временно отрубилась из-за взлома. Теперь надо найти остальные трансляторы. Угу. Легче сказать, чем сделать. Слушаюсь. Так. Иду. Ясно. Не могу его снять. Да я понял, понял. Офигеть, вот офигеть. Этот вышел из игры. Да, командир. Отступаю. Смотреть по сторонам. Они двигаются! По нашему сектору ведут плотный огонь! Сдохни! Прищучило! Нужны боеприпасы! О, жесткая жесть! Жесткая жесть! Да, сэр.
прошу. Смена магазина. Перезарядился. Можно начинать. За дело. Понял. Иду. Уже иду. Я пошел. Фу, пока никто не умер. Удивительно. Просто... Конечно же, 100. Прощай. Больше не рыпается. Не стой, Ксюшей связался. Единичка. Хорош, горош. Бегом. Тут нужно выгодные позиции типа занять. Ну уже, давай. Вокруг объекта. Что мы и постараемся сделать. Пора пробежаться. Танки от каких-то гранат взрываются. Жесть. Я мигом. Выступаю. Координаты получила. Действуем. Выдвигаюсь. Да блин. Никого не видишь, да? Есть, выполняю. Спешу. Этого недостаточно. Недостаточно. Я в пути. Да. Приступаю.
слава богу. Один готов. Ну же, шевелись. Но это всего лишь один. Слушаюсь. Спешу. Прекрасно, командир. Мы извлекли оставшиеся данные. Теперь нужно доставить агента к точке эвакуации. У нас новая задача. Беги, салага. О, нет, снайп. О. Слава богу. Вопрос только, зачем он перезаряжался? Ну ладно. Да, сэр. Эвакуация сюда и будет. По этому пути происходить. Вас понял. Двигаюсь к точке. Вас понял. Двигаюсь к цели. Бегу. За дело. Командир, в зоне действия отряда замечены новые силы противника. Больно вас дофига. Да. А вот этот нет. Три всего. Мало. Обойти хотят. Попробуй. Хорош. Боеприпасов нет. Да, плохо. Очень плохо. Поехали. Понял. Там кто-то есть. Выхожу. Сделаем. Я пошла. Попал.
Удивительно. Штурм один, еще один отряд Экзальт движется к вашей позиции. Дофига же вас, а? Слишком дофига. Повеселимся. Поняла вас. Направляюсь на точку. Выполняю. Прискорбная точность. Промахнулся. Бегу. Пора пробежаться. Да, командир. Черт, повезло. Противник открыл огонь. Сейчас отступать надо, походу. Да. Они решили улететь с фланга. Выполняем. Эта миссия не так легка, как мне казалось в начале. Серьезно? Туда беги, фигли, вообще нафиг. Приступаю. Тут тебе ничего не светит. Хорош. Больше не дернется. Выполняю. Спешу. Нифига себе вы. Вот это плохо. Да, детка. Быть не может. Кто умер-то хоть? Интересно. Надеюсь, не... Не кто-то важный. Ну, это паникует, но она жива. Это не она. Да ладно. О, походу кто-то важный сдох. Нет. Где она тогда вообще?
веб-труп. Это она, что ли, его? Ладно, парни, вы уж меня извините, но я, пожалуй, загружусь. Нету поддержку, никак не затереть. Они меняют направление удара! Прикройте меня с фланга! Они обходят по флангам! Сделаем! На этот раз ты решил промазать, да? Этого чувака надо снимать в первую очередь. Эх. Вообще печаль. Черт подери. Да. Жесткая жесть. И что это, поэтому меня отступать надо? Решили налететь с фланга! С фланга! С фланга. Сделаем. С ним разобрались. Отступать и ждать получается. Координаты получила. Да, вместе куда-нибудь отступим. Вас понял. Направляюсь на точку. Хотя. Возможно, реанимация понадобится. Ух ты. Скоро оклемаешься. Так. Направляюсь на точку. Направляюсь на точку. Что сзади, чуваки? Выступаю. Подходят. Попал. Да что за хрень? Следующий ход, он у меня ракету пускает. Здесь просто ад. Что прискорбно.
Так что мы ему не должны позволить сделать. Черт, промахнулась. Блин, и походу позволим, да ведь? Выполняю. Походу да. Спешу. Еще дергается. Выполняю. Ну, если он пускает, то это опять загрузка. Да, он пускает. Именно так. Ху-ху-ху. А, я думал, гранатки пошли. Жесть, 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 жесть. Бегом! Ясно. Это понятно. Принято. Это непонятно. Я в пути. Хорошо. Я обо всем позабочусь. Поехали! Все готово. В два счета. Так. Вас понял. Тебя куда? Дилемма. Тут что ли оставить? Уже иду. Направляюсь на точку.
Я тоже так умею. Сам себя полечит на 1 хп? Серьезно? Да. Не могу его снять. Да уж. Я вижу, что не можешь. А миссия-то потная вышла. Я всегда думал. Чё это у пришельцев нет гранаты и ракеты? А вот, вот они. Гранаты и ракеты. Все, что хотели. Все, что заказывали. Прищучило. Это не ракетчик. Но если будет ракетчик, его надо прям всеми, всеми убивать. Интересно, попадешь? Ну. Мимо. Это понятно. Выхожу. 30 всего. Быть не может. Может, может. Принято. Не видит. Ну давай. Объект выведен из строя. Так, все, что? Ждем остальных. Перезаряди слава, наверное, лучше. Ну да ладно. Перезарядка. Время убивать! За дело! Готово! Рок-н-ролл! Все готово! Вот сейчас вот зря я перезаряжаюсь. Хотя... Слышали? Что-то там... Головами стукаются друг от друга. Ждем, че? Там ракетница, опасно. Очень опасно. Еще сзади чуваки. Возможно, еще есть. Тихо! Слышали что-нибудь? Что-нибудь слышали? Не решаются никак. Ведь там точно еще не один чувак. Или один. Кажется, мы здесь не одни. На разведку, что ли? Спешу. Угу. Понятно говоришь. Может и один, кстати. Просто такие дела. Вас понял. Выполняю. Уже иду. Уже иду.
если не будешь пулять ракеткой. Псих. Ох, повезло. Это хорошо. Давай. Бам. Еееее. Оперативник с данными на базе. Все-таки последний был, да? Ну, удивительно. Ну, все выжили. Ху-ху. Тяжелая миссия. Полученных разведданных было достаточно для того, чтобы уничтожить группу «Экзальт». Но, к сожалению, оказалось, что это была лишь малая часть их секретной и обширной сети. Зато нам удалось узнать координаты их штаба. Если теперь мы сможем отыскать их оставшиеся ячейки и собрать больше данных, нам удастся окончательно разгромить силы «Экзальт». Штурмовик. Снайпер, вот это хорошо. Кто у нас там еще? Тяж. Поддержка. Ошибочка. Тридцать первый. Еще. Тяж. Еще один. Слишком много тяжей, я вам скажу. Тяж. Опять. Ну вот снайпер новенький радует. Хоть он и фиговый пока. Тем не менее. Оп. Это вообще замечательно. Штурмаш. Это хорошо. Поддержка. Фу. Хоть есть с кем воевать. Да. Где Австралия? Под риском. Ладно, всем спасибо за просмотр, дорогие товарищи. Надеюсь вас увидеть скоро и побольше. Вот. А пока поменяем бойцов. Блин, сколько же их померло уже. Ставьте лайки, поддерживайте мой канал, подписывайтесь на него, рассказывайте о нем своим друзьям. А пока, всем пока. Приятного вечера. До новых встреч.